Идем работать сегодня на таком участке. Валю здесь конкретно. Сейчас будем сливать. Вот он начинает все убирать. Пришлось я разулся. Гусянку снять. Сделали слив, чтобы с канала к нам не потекло. Вот вы увидели, как мы сливаем воду. Все, слив пошел. Дальше. Здесь территорию равняем. Кучу он перекидывает. Воды уже много выдавили. Все стекает. Насос с трубой ждет. Здесь будем линию копать свою, устанавливать. Видео пришло. Здесь тоже вода была, вот так вот он уже пол кучи разобрал. Все сюда. Сейчас мы дальше до угла еще дальше воду выдавим. Все, с водой вопрос закрыли здесь. Спустили воду. Сделали приямок. Сбоку участка сливаем. Вот так вот она приходит. Вот такими напорами. Все это стекает. Грунтом мы ее давим. Воды нет здесь. Сейчас с фундамента убираем у вас остатки и будем делать дренаж. Воду давим сюда. Тут видно, как она уже меньше становится. Все в канаву уходит на ту сторону к эвакуатору. Вот от воды полностью на участке избавились. Делали дренаж. Дренаж под слив колодец. Вода сразу набирается. Так, всю воду убрали, сделали дренажные линии, застилаем геотекстилем, слили колодец. Нормально так, с водой вопрос решен. Сыпаем ямку, кусочком. Дренаж работает. Все полностью закрыто. И приходит это все с этого угла сюда. Ну, вот так мы воду убрали полностью на участке. Вот так она к нам сливается. Так, провели работы сегодня на участке, все было в воде. Сделали дренаж, дренаж вывели сюда, отсюда сюда. Поставили колодец, вот работает так наш дренаж, так сливается. Ну вот как-то так. Только вон туда в уголок песка не хватило. Сок весь израсходовал.